пыльца растений и трав, шерсть домашних питомцев, книжная пыль. Сегодня все, что угодно, может быть аллергеном. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году 50% населения будет страдать от этого недуга. Ведь уже сейчас мировой рынок средств от аллергии сопоставим по объему с рынками декоративной косметики и компьютерных игр. Держать нос по ветру невозможно, если насморк ни на минуту не отступает, а частый кашель затрудняет дыхание. Такие, известные многим, симптомы преследуют обладатели диагноза аллергия. Причин для аллергической реакции много, как и возможности ее проявления. Слезотечение, появление пятен на коже, тошнота, боль в животе и многие другие неприятности. Самый пик цветения злаковых трав уже заканчивается. А накануне уже на подходе цветение марьевых сложноцветных, это полынный ряд. И вот сейчас маленькое затишье, плюс этому способствует погода, дожди у нас немножко помогают аллергикам улучшить свое самочувствие, качество жизни, потому что дожди прибивают пыльцу, и она не так очень нарушает качество жизни. К самым опасным аллергенам сегодня можно отнести не только пыльцу цветущих трав и деревьев, но и пищу. Любые усилители вкуса, цвета или запаха, которые находятся в еде, не добавляют здоровья, но повышают общий воспалительный фон, что впоследствии может привести к аллергии. К слову, провокаторами выброса гистамина, а значит усилению всех проявлений аллергии, являются еще квас и пиво. Поэтому к этим напиткам стоит относиться с особой осторожностью. Но полностью исключать из своего рациона любимые продукты не стоит, ведь есть несколько способов уменьшить влияние аллергии на организм. Сейчас это период боевых действий. Здесь необходимо все-таки прибегнуть к фармсредствам. Это и любая антигистаминная таблетка, их выбор, арсенал большой в аптеке, почти все они на безрецептурном доступе. По рецептурному доступу очень эффективные средства и очень высоко безопасные – это назальные гормональные спреи. Кроме медицинских препаратов, в борьбе с аллергией помогают и другие средства. Например, правильное питание и здоровый образ жизни. Правда, времени для выздоровления при таком способе лечения потребуется намного больше.